1915 году, к 500-летию со дня казни Яна Гуса, здесь, на Староместской площади, был открыт памятник. Памятник представлял новое поднимающееся поколение, в центре которого была фигура самого Яна Гуса. Надпись на памятнике гласила «Любите людей». Интересно, что когда в Праге выбирали место, где установить памятник, то скульптор Владислав Шалоун сделал деревянную модель этого памятника и на тележке возил по городу. При этом людям казалось, словно Ян Гус бродит по Праге. Хотя чешский реформатор жил много веков назад, но его личность продолжает будоражить умы и души. Он словно живет среди нас, говоря о чем-то важном. При этом его биография довольно проста. Если не считать казни, то в его жизни не было каких-то крупных потрясений, драматических событий или переворотов. Главные перевороты, сделавшие Гуса исторической личностью, произошли в его душе. Об этом наш новый цикл передач. Мы въезжаем в городок, расположенный на юге Чехии – Гусинец. Разобраться в том, является ли Гусинец городом или поселком, непросто. С одной стороны, около 100 лет назад ему был присвоен статус города. Однако через некоторое время Гусинец снова стал поселком, что неудивительно, ведь в нем проживает около 1300 человек. Первые упоминания о Гусинце относятся к середине 14 века, но сам поселок старше. Известно, что здесь издревле мыли золото, ведь река Бланница, на берегу которой и расположен Гусинец, являлась золотоносной. Герб Гусинца довольно любопытен. На нем изображена лодка, плывущая по реке, в лодке гребец и святой Николай, одетый в золотое одеяние, на голове у него золотая митра, а в руках он держит золотой посох. Связь Гусинца и золота весьма символична. Этот город действительно подарил миру настоящий золотой свиток праведного человека, смело проповедующего Евангелие. На главной улице Гусинца находится небольшое строение под номером 36. Это дом, где родился великий реформатор. Над входом барельеф с изображением Яна Гуса, изготовленный в 19 веке. И именно с 19 века этот дом стал открыт для широкой публики. В советское время коммунистический режим использовал образ Яна Гуса в своих целях. Его преподносили как первого чешского революционера. Именно такой образ показан в знаменитом чешском фильме «Ян Гус» режиссера Отакара Вавры. Образ Гуса-революционера преподавали в чехословацких школах на уроках истории. Поэтому для школьников в советское время посещение этого домика было обязательным. По всему городу были развешаны плакаты «Гусинец – город революционных традиций». Поэтому посещаемость этого домика в советское время была намного выше, чем сегодня. Но если раньше десятки тысяч людей, которые ежегодно приезжали сюда, приезжали по принуждению, то сегодня несколько тысяч человек, которые приходят на это место, приходят из-за личного интереса. Давайте и мы зайдем внутрь. Пять раз горел дом Гуса, но именно эта комната оставалась нетронутой. Традиционно принято считать, что именно здесь родился Ян Гус. Конечно, мебель, которую вы видите, современная, но она соответствует тому времени, в котором жил Ян Гус. А вот пол, действительно древний пол, он относится к 16 веку.
Не только день, но даже год рождения Гуса точно неизвестны. Одни считают, что он родился в 1369 году, другие считают, что в 1371. На стене шкафчик, так называемая библиотечка Гуса. Порой последователи так обожествляли реформатора, что срезали со шкафчика щепки и использовали как средство против зубной боли. Парадоксально, что некоторые сторонники человека, выступавшего против суеверий, сами были подвержены предрассудкам. Сколько великих личностей посетили эту маленькую темную комнатку. Государственные деятели, поэты, писатели, музыканты. Среди них был и знаменитый чешский композитор Антонин Дворжик. В 1883 году он заканчивал гуситскую увертюру, приуроченную к открытию Пражского национального театра. Работа остановилась, и Дворжик никак не мог закончить свое произведение. Тогда он приехал сюда и здесь получил вдохновение. Нередко великие вещи рождаются из малого и незначительного. К дому Гуса примыкает небольшой дворик. Родители Гуса были простыми крестьянами. Предположительно, отца звали Михаил. Имя матери неизвестно. Вообще Гус не является семейной фамилией. Мальчика звали Ян из Гусинца. Школьные товарищи сократили имя и называли его просто Ян Гус. Может быть, они так его дразнили, потому что с чешского Гус означает просто гусь. Так школьное прозвище вошло в историю. Хотя имя матери Гуса неизвестно, известно, что она была очень набожной женщиной. В хрониках сказано, что она 7 раз падала на колени и 7 раз просила Господа, чтобы он даровал ее сыну счастье. Исполнил ли Господь просьбу матери? Ответ зависит от того, что мы подразумеваем под счастьем. Если за счастье считать тихую, безмятежную жизнь, то Гус такого не получил. Но если счастье – это исполнение своего призвания на земле, если счастье – это не идти на компромисс со своей совестью, а быть всегда в гармонии с Творцом, то Гус был счастливым человеком. В своих трудах Гус редко вспоминал о детстве. Лишь изредка он писал о своей матери, которую любил и вопрос которой запомнил на всю жизнь. «Чем, сын мой, должен юноша руководствоваться своей жизнью?» – спрашивала его мать. «Не словом ли Божьим?» Вся жизнь Гуса стала ответом на этот вопрос. Всегда и во всем следовать Священному Писанию. Следовать до последнего дня. Как же выглядел чешский реформатор? Одни изображают его худощавым и высоким. Другие, наоборот, считали, что он был невысокого роста и полный. Сегодня многие ученые, исследуя источники, пришли к выводу, что, скорее всего, Гус был среднего роста и средней комплекции. Существует легенда, которую жители этих мест передают из поколения в поколение. Якобы Гус родился не в своем доме в Гусинце, там он только вырос. А родился он в маленькой деревне, которая называется Крутусин. Эта деревня находится между старинной крепостью и Гусинцем. Однажды мать Гуса возвращалась из крепости к себе домой. И, проходя Крутусин, она и произвела на свет своего сына. Не знаю, правда эта история или вымысел, но в характере Гуса было что-то от крепости. Он никогда не сдавался и до конца сражался за то, во что верил. Когда Гус подрос, он стал учиться в школе, которая находилась в городе Прахотец. Прахотец находится в часе ходьбы от Гусинца.
В сравнении с родной деревней, Прахатец казался Гусу настоящим городским центром. Там производили изделия из серебра, из стекла, там была дорога на Прагу, и самое главное, там находился христианский собор. Рядом с дорогой, идущей из Гусинца в Прахатец, находится скала, которая так и называется – скала Гуса. Сюда мальчик приходил, чтобы читать и размышлять. По преданию, он часто прикладывал свою голову к скале, и от головы даже на скале остался отпечаток. Поэтому каждый желающий может сравнить сегодня, у кого голова больше, у него или у Гуса. Существует легенда, которая роднит жизни двух реформаторов – Мартина Лютера и Яна Гуса. Обоим Бог говорил во время бури. Однажды мальчик Ян возвращался из школы домой. По дороге его застигла сильная буря. Испугавшись, он стал прятаться и нашел укрытие под скалой, который приходил часто, чтобы размышлять. Внезапно молния ударила рядом с ним, и можжевеливый куст загорелся. Через некоторое время мать стала искать сына, и она нашла его укрывшимся под скалой. «Почему ты не идешь домой?» – спросила мать. И тогда сын показал на горящий куст и сказал: «Так и я в огне покину этот мир». Эти слова оказались пророческими.